Хочешь избавиться от задолженности в 30 миллионов? Заплати 4 миллиона. Только не деньгами, а грузовой машиной, и не государству, а лично в руки гендиректору. Такой способ решения проблем практиковал руководитель Смоленского коммунального предприятия. За это и был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску и следователями Следственного комитета при силовой поддержке ОМОН. Руководитель Смоленской управляющей компании с целью незаконного обогащения неоднократно требовал от генерального директора одной из строительных организаций города Смоленска передать ему взятку в виде грузового транспортного средства за решение вопроса об оплате возглавляемой им организацией задолженности в сумме более 30 миллионов рублей, образовавшейся перестроительной фирмой. Исполняя требования подозреваемого, директор фирмы заключила договор лизинга, предметом которого стал грузовой автомобиль стоимостью почти 4,5 миллиона рублей. По указанию задержанного, транспортное средство было передано третьему лицу. Ему же директор строительной фирмы перечисляла лизинговые платежи в счет оплаты указанного автомобиля. За получение взятки задержанный может лишиться свободы на срок до 15 лет.